вот туда. Красиво, вообще шикарно. Смотри, как деревья там какие. Прям как будто погода тут форсирована. Я как раз подумала, надо, думаю, дорогу нашу снять, а то я уже начала снимать каждый день, что мы, чем мы занимаемся, да, на камеру, чем мы занимаемся, куда мы ходим, где мы гуляем. Вот короткие такие видео стала снимать. Убирайся, убирайся. Ай-яй-яй, смотри, сколько. У мамы тут сколько. У мамы опять. Ай-яй-яй. Это что такое, скажи? Дима. А, убирайся. Ах, какой сеновал у нас. Да? Дима, смотри. У мамы тут опять что-то. Ай-яй-яй, скажи. Ай-яй-яй, что такое у мамы? Чем Дима занимается на даче? Сено разгребает. Надо, скажи, сено перебрать. Обязательно надо его перед зимой перебрать. Так же, скажи так, не перебирая сено. Все надо вытащить везде, со всех уголков. Да, Димуль? Да. Ой, смотри, какая. Какая куча, смотри. Но. Вот, молодец. Ой, молодец. Какая чашка. И Дима будет в нее собирать ягоды? Ну, собирай. Еще яблоки, скажи, я собираю. Вот как мы их собираем. Да, кладем, кладем, а они никак. Ну никак. Да что такое? Вот. Да, да что такое, скажи? Что за тарелка непонятная? Кладу, кладу в нее.
Они все равно выскакивают. Скажи, лежу я еще. Полежать, скажи, люблю я. Вот, собирай яблочки. На. На. Яблочко, на. Клади его туда. Ну, клади в тарелку. Вот, молодец, положил. Молодец. Что там копашишься? Странное яблоко, скажи. Я его кладу, оно укатывается. Чопа-чопа-чопа-чопа-чопа. Что ты там о чем болтаешь? Еще скажи, листочки мы собираем. Вот. Вот так мы. Раз и все. Что скажи, я буду по листочку, что ли, вынимать? Перевернул, да и все. Да, Дим? Дима? Дима? А что такое? А это наша любимая бирка, скажи. Бирка там. Тарелка тоже круглая. Да? Мячик круглый. Чашка круглая. Яблоко круглое. Все круглое. Земля даже круглая. Вот наука. Да? Даже листочек в какой-то степени круглый. Боярышник. Красивый какой. Крупный, сладкий. Чем занимаюсь я обычно? Я что-нибудь собираю у соседей. У нас на линии так принято. Если у вас чего-то не достает на даче, нет чего-то, не растет, мы идем к соседям и это собираем. Если у соседей что-то не растет, они идут к нам, собирают. В данном случае у соседей есть боярышник. У нас его нету. Тут я уже, кстати, все собрала. И вот. Я вторую чашку уже набираю. Одну чашку мама с бабулей возьмут к себе, а другую чашку я. Будем вместе с вами, кстати, сушить его. Там наверху много-много-много. Я бы все это собрала, если бы доставала. Топинамбур вот собираем. Чем еще мы занимаемся? Топинамбур. Не только боярышник. Беленькие, чистенькие. Земля сухая. Ну, чистенькие. Какие вон они растут, как. Много-много. Блин, никак. Вот они. Его тушить. Тушим мы. Чистенький, вот его можно съесть так. Даже, в принципе, не чистила я его, так ела. Такой вкусный, сладенький. По-моему, если мне не изменяет память, вкус орехов напоминает. Вот он растет. Вот он, вот он, вот он, вот там цветет. Земляная груша. Топинамбур. Чем мы еще занимаемся на даче? Чеснок вот тут стала вырывать я. Опа! И все. Так легко вырывается, главное. Здесь у нас чеснок дикий. Ага.
Оп. Все так легко вырывается. Опа. Все. Оп. Уже пучок. И чеснок. Пустой. Оставил свои зернышки. В следующем году вырастет. О, тут вылез. Дикий. А тут пусто. Прям гадает, как на ромашке можно. Любит, не любит. Любит, не любит. А, тут тоже маленький. Я люблю больше мелкие. Опа! И все, они уже все готовы. А то растут тут, понимаешь? Растут себе тут. Растут. Опа! А тут все подставлялись. Одни палки. В следующем году даже будет тут шнарчок у нас. Опа. И тут. Ага. Наполовину. Половину оставил, половину забрал. Ну ладно. Теперь все это секатором. Надо обработать. И все. Кто помнит, смотрел обзор моей дачи. Среди клубники у нас много чеснока. Кстати, мы никогда его не собирали, я первый раз его собираю. Ветер мешает еще мне. Капуста там. Там, кстати, это белокочанная, да, это там. А вот эта вот она, как ее, брокколи. Диме, кстати, в прошлый раз она не понравилась, он так поморщился. Все-таки в детском питании совсем другую дают. Она такая нормальная на вкус. А своя другая уже. Как колбаса. Магазинная вкусная вроде бы. А своя непонятно какая. Вот. Сегодня я уже боярышник пособирала. Чеснок собрала, сейчас пойду обрезаться. Сейчас не знаю, что еще пойду. А, топинамбур еще пособирала. Видите, как трассу слышно у нас? Когда участок купили, трассы этой не было. А теперь построили, там ездят постоянно. Стало шумно. Тыквы вон там лежат. Кстати, так прикольно они лежат. Вот они. Большие такие, листов. Листочков уже не видно. Она такая одинокая лежит. Как будто посередине Сахары какой-нибудь. Вот. И будем их так обрезать. Опа. Вот так вот их складываем. И обрезаем. Тут мы сейчас их обрежем сначала. Сейчас у меня камера слетит, я чувствую. Сейчас будет вам весело. Вот, а потом мы их будем от земли очищать. Сейчас уже обрезаны. А кто виноват, что вы там болтаете? О! О, с этой стороны все переставило. Это тоже мокрый оказался. Вот. А, вот видно. Ай, ай-яй-яй-яй, попадали. Что, землянику собираешь там? Да, у нас до сих пор земляника растет.
вырастает. У нас сегодня какое у нас? 20-е, наверное, где-то число. Да? 21 сентября у нас. У нас до сих пор... Сейчас ветер пройдет. Прошел ветер. А у нас до сих пор земляника в сентябре. И все растет и растет. Тут тоже крупная. Тоже крупная. А это уже все, ничего нету. И мелкие, и крупные, они высыхают за какое-то время. И связать, распределить и зимой кушать. Водичка. Ай, какая водичка. Не поймать, да? Не поймать? А там что? Скажи, черненькая. Ай, мама. Чуть не упали. Давай, прям в грязь вдвоем. Как было бы весело, а? Пошли, побегаем. Смотрите, мы с дачи приехали. Чеснок я переложила в два пищевых тазика своих, которым я храню продукты. Вот. Вот так вот лежат, будут подсыхать. Посмотрим, как они будут подсыхать и сколько времени. Я их буду вот так периодически перебирать. Как там это? Ворошить, да. Вот, периодически буду их ворошить. Вот они у меня подсохнут, потом я их буду перекладывать в мешочек и в холодильник. Вот. Ну или там посмотрим, как это будет. Может быть, здесь на балконе будет до определенного времени, пока совсем холода не будет. Вот. Да, у меня еще вон там лежат морковка там, кабачки. Да, на сегодня это все. Вы увидели, чем и как мы занимаемся на даче. Вот, с вами был канал Артмани, я Тапина Наталья. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Вот. Ну и всем пока-пока.